Сквер напротив храма Стефана Великопермского – одно из излюбленных мест отдыха десногорцев. А так как Атомград еще и прекрасное место для семейной жизни, то здесь особое внимание уделяется детскому досугу. По этой причине 13 октября на карте муниципалитета появилась новая игровая площадка. Вот неравнодушные люди, которые здесь вот находятся у нас, Михаил Васильевич, глава администрации Антон Александрович, я, с вашего позволения, приняли решение организовать в этом месте уютный, комфортный уголок. Центром внимания этого места теперь по праву можно назвать этот новый детский городок. Многочисленные башни, горки, туннели, шведские стенки – для каждого найдется развлечение по душе. При этом площадка сертифицирована по всем международным стандартам, а значит, безопасно. Нам очень приятно, когда мы открываем очередные объекты, благоустроенные для наших деток. Создаем определенные комфортные условия. Это очередной объект, который успешно реализовался благодаря программе «Мой любимый город». Концерн «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС» в 2019 году на эту программу направили более 20 миллионов рублей. Результатом вложений стал, например, ремонт малых архитектурных форм и новый асфальт на так называемой Кукуевской дороге. Кстати, на этом планы благоустройства на этот год не закончены. Ну и, конечно, будет подарок для детей. И для жителей мы заканчиваем зимнюю горку. Там замечательная горка. Мы договорились, сегодня нашли опоры, установим замечательный будет отдых. Зимняя горка будет установлена на центральной площади. Еще одна конструкция появится и на кургане Славы. Пока же дети и их родители будут проводить последние теплые деньки на этой новой и комфортной площадке. И делать они это будут наверняка с удовольствием. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ.